Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Лестер, и мы продолжаем играть в МТБ Фрирайд. Как видите, я скачал последнюю, самую новую версию, как и обещал. И, собственно, давайте же, мне не терпится уже начать ездить, причем я уже более-менее так освоился здесь кататься, подрочился в мастерстве езды на велике. Поэтому, что ж, давайте исследовать трассы, тут, я так полагаю, они либо новые, либо не кисло так переделаны, поэтому, в принципе, все равно, можно сказать, новые. Я надеюсь, сейчас я не улечу куда-нибудь с обрыва, потому что будет очень обидно. Хотя, немножко и весело. Что, отрицать-то? Подождите. Ух ты. Кстати, вот такой вид есть. От колеса. Секунду. Ой, друзья, нет. У меня уже даже... Явно вот нашего велоспортсмена сотрясение мозга, потому что, как вы видите, изменилась световая гамма после того, как он пизданулся головой об стену. Ну, окей. Вернее, об камень. Так, чуваки, аккуратненько. Сейчас я все-таки надеюсь, мне удастся доехать до конца этой трассы. Хотя бы... До конца хотя бы одной трассы. Ой. Нет, хрен там был, друзья, давайте заново. Вперед, я не оставляю надежд на то, что все-таки удастся проехать. Я, кстати, немножко так придрочился держать равновесие. У меня более-менее это получается делать. Например, кнопками ВСД я уже умею, скажем так, пользоваться, нажимать. И если я куда-то в сторону начну завариваться, я смогу выровнять. Если, конечно, не забуду, смогу выровнять велик и дальше продолжить их. Давайте попробуем трамплинчик тот. Ну-ка. Ну, что я могу сказать? Полет был весьма веселый. Давайте, друзья, дальше. Давайте попробуем, я не знаю, прыгнуть с обрыва здесь. Хорошо, прыгнули. Кстати, я заметил, здесь как-то вот, не знаю, мне кажется, или у меня какие-то глюки, но в новой версии... Подождите. Отлично получилось. В новой версии как-то, я не знаю, угол обзора поменьше будет. Друзья... Я еще не разбился, обратите внимание. Давай, сука, выезжай. Мотобайкер херов. Ладно, друзья, смотрите, видите, в какой-то каньон заехал, ни хрена не получилось выехать. Но ничего, сейчас я по дорожке так проеду. И, кстати, обратите внимание, кажется, как в лицо искры летят. Словно здесь где-то пожар, и мы, как, я не знаю, как крыса с тонущего корабля, стараемся быстрее уехать, чтобы огонь нас не достал. Ну, в принципе, это весело, подождите. Нормально получается сваливать. Продвигаемся вперед аккуратненько. Смотрите, я так полагаю, там... Вот там вот это за пределы карты надо улететь. Я не планирую... Ты, вы видели, там человек какой-то стоял, друзья? Слушайте, давайте доедем заново. Я видел, там стоял какой-то человек. Вроде, может, Слендер здесь, представляете? Вы от Слендера на велике будете кататься. В принципе, не так уж и страшно будет тогда, то, что у вас есть велик. Давайте-ка. Вроде вот... Вот так вот вроде я ехал. Давайте, кто здесь? Друзья, мне как-то даже стрёмно стало. Вы посмотрите, тут человечек какой-то вроде был. Так. Подождите. Точняк. Стойте. Так. Чертильник, а ты кто такой? Парень. Какой-то ты высокий, или у меня... О! Или я очень низкий. Так, нет-нет-нет, поднимаемся наверх. Чувак, ты с тобой все нормально? Друзья, со мной все ненормально. Крашнулись. Ну, я не виноват, друзья. Чувак сам разбился. Вы сами могли видеть. Я просто подпрыгнул вперед. Он как и бдыщ, и полетел вперед. И пиздец. Подождите. Ух ты! Ребята! Нихера себе. Хорошо. Пожалуй, я все-таки развил скорость 1000 километров, падая отсюда. Давайте-ка еще пробовать. Ой-ой-ой, удержался. Сейчас, подождите. Гоним. Нет, друзья. Как-то не получается. Я хочу разогнаться, чтобы он не вперился никуда. Сука, неужели так трудно пролететь 100 метров на велике и не удариться? Скотина. Ладно, давайте заново гоним. Ну давай, чертильник. Да что ж ты падаешь-то? Сука. Давайте мне, друзья, это уже начинает нервировать. Не может, скотина, спокойно доехать.
Ой, мимо немножко полетели. Окей, не страшно. Друзья, я не успокоюсь, пока не получится. Спокойно, нормально так взять, доехать и... Блин, блядь. Ладно. Давай-ка, черт. Чертильник, ну же! Ладно, давайте, друзья, как-то, я не знаю, надо придрочиться понемножку. Так, чуть не навернулся. Слегка навернулся, но ничего страшного. Давай. Ну вот, парень, прям... Да все для тебя, прям вровень летели. Неужели, я не знаю, тут баланс как-то нельзя удержать? Я все равно же нормально стараюсь рулить, чтобы прям вот прям тютельку в тютельку приземляться. Ну вот, 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 давай. Сука. Еще раз. Триал-версия. Если уже в триал-версии он так... Ой. Ребят, я куда-то не так хотел, все. Сука. Развернули меня. Я еще что, в триальной версии так себя не контролирую, чувырла. Давай, давай, давай. Получилось, друзья. Давай, летим. Отлично, я хотя бы... Нет, я все-таки разбился там потом. Наконец, ну ничего, друзья, видите, как... Как вы видите, у меня мой герой все еще может смотреть. То есть, глаза у него явно на месте, но, возможно, нет рук и ног. Но, тем не менее, он в порядке. Что ж, друзья, в принципе, я думаю, на этом можно эту часть МТБ Freeride закончить. И потому что в следующих роликах мы с вами, я лично бы хотел бы... попробовать различные здесь. Сейчас мы на Main Hill, а в следующих роликах, я думаю, мы как раз с вами попробуем погонять на других картах и посмотреть, что там, я надеюсь, будет еще только круче. Поэтому я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Лестер. Подписывайтесь на канал Игромании. Пока.